Раз, два. Они могут отжаться по 40 раз каждый. У спортивного деда спортивные внуки. Зарядка на даче Владимира Чебоксарова даже в каникулы – священный ритуал. Вот только руководить процессом деду приходится на костылях. Они мешают и летят в сторону. Выправили мне колено, вычистили там все, артроскопию сделали, выправили сустав. Гарантирует 15 лет здоровые, крепкие ноги. Сам собой всегда борюсь, это надо в первую очередь отдать. Значит, нужно себя всегда поднимать, побеждать себя. Тут грех жаловаться. Каждый кузнец свое счастье. Хочешь жить – умей бороться. Спортивные травмы с возрастом дают о себе знать. Владимир Чебоксаров недавно перенес две сложнейшие операции на коленях в частной клинике Вены. Доктора рекомендовали 6 недель постельного режима. На семейном совете решили – реабилитация пройдет на даче. 20 соток земли в Речкино Чебоксарову заменяют и Канары, и Багамы. Жарко, тепло, помидорки, капустка, салат растет, все свое, укропчик. По томатам, базилику, клубнике и капусте Василич, как зовут его свои, теперь большой специалист. Работая на грядках, вспоминает прошлое. Я патриот. Земли родной здесь, и близкие, и родные, и могилы, и все здесь. Значит, и я как-то не мог решиться уехать или в столицу, или в Санкт-Петербург, или, значит, в Киев, которые предложения были. Я остался в Тюмени, думаю, что где родился, там пригодился. Электрика и швей, мотористский советский богатырь и легенда тюменского спорта. Такой карьере можно только позавидовать. В 70-е и 80-е годы 20 века Чебоксарова боялись сильнейшие борцы планеты. Он взял серебро на Олимпиаде в Монреале, за что получил двухкомнатную квартиру в центре Тюмени. Сразу после стал чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР. Победил на 12 международных турнирах. 15 лет отдал борьбе и еще 15 – тренерской работе. Сегодня ветеран ведет активную общественную деятельность по пропаганде спорта. Только в Тюмени греко-римской борьбой занимаются 2000 детей. А турнир на призы Чебоксарова этой осенью пройдет уже в 23-й раз. Когда ревут трибуны, когда бабушки, дедушки, родители, друзья, поклонники собрались на трибунах и смотрят, как борются их близкие, думая, что не зря этим делом занимались, потому что вот он, результат. За самые высокие результаты и вклад в тюменский спорт. Накануне 431-го дня рождения города к титулам и званиям Владимира Чебоксарова добавился еще один – почетного гражданина Тюмени. И это главная тема для обсуждений за семейным обедом. Мне очень приятно, потому что я здесь вырос и родился. Меня весь город знает. Признание земляков, наверное, дороже всего. Сегодня ветеран тюменского спорта с внуками собирает вишню. А на чай со свежим вареньем обещал пригласить друзей и коллег, чтобы отметить почетное звание.